Итак, всем привет снова. С вами я. Смысл, да? И я продолжаю с того же места, да? Как бы игру не перезапускал, не вырубал, ничего. Просто он лимит по времени вышел. Блин, я хочу убить стелса пришельца. Но нифига не получится, поэтому я лучше свалю. Бочечка его. Ой, он на меня прыгнул. Да, сейчас пока заливается вот предыдущая часть YouTube на YouTube. Ой, лаги. Лаги, уходите. Ладно, что, я зря гранатки взял. Может, покидаем еще. О, все. Катализатор. Я, кстати, помню в тот раз, ну, в первый раз, когда я проходил, я тоже шел с боечком. Так, ну тут вверх не воспользоваться. Мне кажется, все почти на моем месте воспользовались. Так, и сейчас ждем, пока эти говнари ко мне подойдут. А нет. Ага! Повезло мне. Даже сражаться особо не пришлось. Просто они настолько тупы, что подошли ко мне сзади. Так, задело хоть. Не, нифига. Давай. Так. Ну опять похоже. Патрики, ну куда же эти патрики? А, покинусь. Тоже кататься можешь? Управляю. Кстати, в спину они убирают быстрее. Мне надо было, что у них мозги там почему-то. Хотя мне кажется, что они без мозга. Да, кстати, заставки я, скорее всего, не буду делать. Ну, что у меня, наверное, это бредовое получилось. Это тупо. Я как бы могу сделать более-менее еще хоть что-нибудь нормальное, но... Ладно. Тем более, нафига, у меня и так на всех прохождениях заставки. На всех, в смысле, на двух. И... Точнее, на трех уже. Бонда для Идерсайдерса тоже делаю. Я для всех делаю. Идерсайдерс, как вы уж поняли, не буду делать. Он слишком длинный. Да и мне он уже не интересен. Скучно сказал. Хотя да. Я глупо так делаю. И знаю, что если начал прохождение, его до конца делать, но... Но не могу его, короче, делать. Ну, нафиг. Слоев. Чё не дали договорить на костюму? Видите, внизу там субтитры еще, кстати, половина. Не знаю, чем ты там занимался, но сигнализация костюма орет как проклятая. График сбит к чертям. У меня в лаборатории на всех машинах программные протоколы, еще запатентованные документы по биотехнологиям. И на всех сплошняком имя Харгрива. Это какая-то аварийная программа, которую он строил на самых глубоких уровнях. Представления не имею, что это значит. Быстро двигай по шоссе Рузвельта к нам в лабораторию. Не знаю, сколько я тут еще смогу проторчать. Поэтому не тормози по дороге. Окей, чувак. Спасем мы твою школу. Одно хоть радует, тут загрузки недолгие. Ну, по крайней мере, у меня. Блин, накаркал. А нет. Ярость на дороге. Ёпа, красоты. Слушай, Сэл понаставили блокпостов по всему шоссе Рузвельта. Я только что перехватил их переговоры. Похоже, Локхард лично контролирует эту операцию. Он будет там, пророк. Так что работай тихо. Какое тихо, я не люблю тихо. Ну, как сказать. Может, и люблю, но не хочу. Именно сейчас я не хочу работать тихо. Мне нужно пнуть. Мультиплееры, кстати, помогают довольно-таки. Ну, открывайся. Блин, даже не вижу клавиш, просто сейчас без света уже игра. Все-таки повеселее будет. Так,
что это такое? Радио. А, ты дебил! Ёпа! Ух ты, я сувенир нашел. А вы знали, что он тут есть? Лично я так нет. Так, еще мы видим одного завожжённого, ну тут их всё дофигища. Чё нам стрел? У них, как я уже говорил, нельзя попасть. С ними вообще ничего нельзя сделать. Как я понимаю, здесь должны быть эти букашки. Всех подвалим помещение. А, не-не-не. Это вообще сейчас, короче, жесткач место будет. Приказ был взять его, точка. Я рассмотрю ваши жалобы сразу по окончании операции. Он нужен живым. Да? Нужен кому? Этот урод только что положил пару дюжин моих людей, мистер Рикла. Я больше рисковать не буду. Если что, за урода они нас принимают. Каргрим хочет... Каргриму нужен костюм. Поверьте мне, вот этому челу, Локарту, мы еще отомстим. Ему это не понравится. А мы оба, о, как отомстил, чувак. И месть будет жестокой твари. Так что не вы... Ёб... Миша, не вы... Ох. Карт. Разговор окончен, выпусти. Давай, улетай! Хотя зря ты улетаешь, уже остался, я тебе жопу тебе надрал хоть здесь. Мы здесь сейчас, короче, вообще полные. Без, ну, я вам отвечаю, что полная жопа сейчас начнется. Не помню это место. О, меня уже пальнули, вообще. Короче, зашибись, я начал. Короче. Паниковый суперстар. Здесь меня не пальнут, я смогу встать. Второго! Ну блин, повезло. Хоть двоих так снял. Но сейчас надо просто будет не высовываясь сидеть. Молиться, чтобы нам жопу не прострелили. Я сейчас постараюсь их гранать, не забросать. Ну тут только из-за укрытия. Вот, хоть машину подорвать смог. Блин, ничего интересного тут нет, наверное. Блин, а мы не знали, капец. Вот у меня этот дедок, он точно, он наверное кэп. Он переодетый кэп. Ой-ой-ой. Вот я вам про что и говорю. Можно вообще плюс хлопотать так. Попросту. Я запомнил все трудные места. Просто одно, когда ты один играешь, то есть как-то убьют, ну и насрать. Убили, да и по. Сейчас как-то не пофиг. Убьет. Вам так интересно смотреть, как я тут загружаться буду. Лучше бы потихонечку так всех вынес. По-моему, просто не вижу, где-то чел. Вот. Все, нахуй получил. Че, подорвать меня еще хотел, вот скотина. Пули. Исчезают. Все, снял, да, его. Что там использовать? По-любому использовать. Это что? Маскировка? А, на машину. Я думал, на машину показывает маскировку. Чувак, я тебе сейчас машиной вот специально вот подожду. Запинаю тебе машину. Мне не нравишься. Сейчас подождем энергии на машины. Получи. Микки, блин, что там, вертолет, зашибись, вот ничего лучше придумать нельзя, вертолетик, вообще в тебе, я хоть одного снял, не попало, ладно, пофиг, не будем, отчаяться, мы лучше как видеоролики так возьмем, включим защиту, я сказал включим защиту, включай энергию, говна, о, подцепим пулемет, с пулемета просто таща. Так, кстати, здесь можно делать так же, как видеоролики, они нам не натрындели на этот раз. Кто нам как кто ведь не мешает взять, кому щища пострелить. И кстати, да, нормально так разобрался, нормально. Думал, хуже получится. Да нет. Ладно, выкидываем, два часа будут.
С этой фигней тут берете. Просто иди по шоссе Рузвельта, пока не упрешься в причал Харбор Лайт. Окей, чувак. Контроль, это страшно. Контроль, это страшно. What the fuck, motherfucker? Ну, точно, я это успел. Я это, тебя не успел. Помощь хитрая. Может, хитрая жопа, мы сюда залезем с маскировочкой. Ааа! Нас подорвут. Но нет, на это я не радею. Ой, не рассчитываю. Галки они зорки даже отсюда видят. Окей. О, как красиво. Это уже на геймплей Serious Sam начинает походить. Или как Doom 2, Doom 3. Нет, Doom 3 это вообще тема. Такой выбегашник. Навщи! Навщи! О. Кстати, да, тут вот моя любимая. Во всех край, даже в первом, вот этот прицел, мне он очень просто нравился, даже в мультиплеере с ним пока играю, только с ним. Disney Epic Mickey. Кстати, да, тут можно на машинах покататься, но тут смысла в этом нет, то есть здесь нет такой карты, как в Крайзисе, знаете, там в первом. Драп 7, это Азура 1. Это Акура 1. Блин, мы сейчас выносим. Лагать начинает, ну это из-за землетрясения. Сзади. Гранат. Сами себя кидают. Ну что сказать, умные NPC, да, довольно. Могут гранату себе кинуть. Могут своих убить. Могут в щи получить от меня. Тоже нет, могут выкинуть этот шкер. Все, ну вообще получить. Этот человек у меня довольно так. Что-то я чуть вообще не схлопотал. Ой, сколько у вас там. Я зато вижу одну бочку по себе цистерну. Короче, взорвалась. Или уже взорвалась. Да вы, блин, Disney Epic Mickey. Вообще. Оп, мы заныкаемся и. Ты что, мне еще гранаты выкрой хочешь? Оп, гранаты. Я тебе сейчас припомню, кто мне вот этот кинул. Гранаты меня. Тот... А, нет, да, да, он. Один в щи, ну а для тебя меня тут прибери. Я приберег. Сворачивание шеи. Ну, кстати, он меня чуть не убил, потому что это я вступил по-жесткому вообще. И энергия у нас кончается бешено просто. Ну, как игру начала, не этот костюмчик-то. У нас не прокачано еще. Поэтому так получается. Спасение. Я не знаю, я упаду. Вот вы смотритесь вот в этот ландшафт, этот дым. Посмотрите на эту графику. Она же великолепна. Что на ней грузить? Отражение и все. Шикарно просто. Еще ни у кого не глючит. И успел еле-еле включить. Так, ну вот контрольная точка. Ну, пожалуй, и на этом я с вами прощаюсь. Ну, с вами был Сусл. Движется, и движется по разрушению.